я старая фея Винкс. Всем понятно? Блять, все началось, пиздец, ребят, я зашел, называется. Стрим лагает, это у меня лагает сервак. Вот я бегаю, сейчас он подфриживает немного. Передвинь донаты, они мешают в центре экрана. Куда их двигать? Люди-то должны видеть, что другие ребята отсылают. Слушайте, я видел, вас ударили, вас полечить надо? Не-не-не, все, я уже здоров. Я уже смешарик, все нормально. Так, минус стрим. А че минус стрим-то? Все нормально со стримом. Панику только поднимаете. Будешь нарезку со стрима делать? Если будет здесь что-то угарное, то конечно. Амасвип. Пизда. Амасвип закончился, блять. Мужики, спасите меня! Спасите! Спасите! Блять, они сами по съебам дали! Сука, меня... Видите, что вы видите тут? Я сейчас... Что вы видите, паспорт? Какой, блядь, паспорт? У меня ствол в руке, я тебя ебало сейчас прострелю. Ты, сука, я тебе ебало прострелю, отойди от меня нахуй. Я бандит, блядь, я вообще, я вор в законе, я авторитет, блядь. Я сейчас один раз тыкну, сука, и тебя просто в клетке закрою. У меня дубликатор моего оружия. Сука, сын фермера, пошел нахуй. Так, все, теперь я не бандит, блядь. Теперь я не бандит, нихуя. Ребят, маскируемся, чтобы меня не нашли. Здравствуйте, на вас поступила жалоба данного молодого человека. Объясните, почему подали жалобу на данного человека. Ребят, начинаем КВН, блядь. Начинаем КВН. Ну, давай. Хорошо, да. Я не понял, а какая ситуация? Ох. Я к вам телепортировался, спросил вас, вы не подали ответ, но я решил все-таки телепортировать, что там очень много людей бегали. И в чем я не прав, и в чем я? Да, в принципе, ничего, в данной РП-игровке, в принципе, это возможно. Или ты хочешь, сука, выяснить что-то. Сейчас, 2 секунды, я просто профессию поменяю, потому что потом может быть поздно. И тэпни меня обратно, пожалуйста. Так только у него получается претензия есть. Разбирайте жалобы. Только у него претензия есть, правильно понимаю? Отойди, пожалуйста, я тебя прошу еще раз. Ну все, претензий больше. Ну претензий нету больше. Вот, ну, если логически рассуждать. Не нужно было так на жалобе себя вести. Нет, логически, если рассуждать, то у него была претензия. Блять, это что, это охуенно. Если его убрать отсюда, то у него претензий не будет. Артур, ты нажми колесико мыши, включи штрилицу. Да я его все нахуй. Еще раз сюда подойдешь, я тебе по жопе надаю. Уйди отсюда. Зайдите. У кого-то еще есть жалобы. Ну, все-таки с тем человеком не решили. Я так понимаю, у вас конкретно жалоба какая-нибудь будет или нет? Или все-таки данный человек сделал правильно, отшел, убрал отсюда? Побег из тюрьмы. Вас разыскивают лицом к стене. Все, так понимаю, жалобы конкретной нету. Вот, обратно. Написал вчера в директ. Делай мне конспект. Все, телепортировался обратно, удачи вам в нашем проекте. Зашла главная проблема всех наборных сейчас. Я пойду делать конспект. Да я его еще нахуй. Там какой-то 10 years old, блядь, пришел. Верни девственность, брать. Кто там про девственность говорил, блядь? Да, я. Этого больше не повторится, если я у тебя ее забрал, этого больше не повторится, извини. Сука, за шо, блядь? Я его все нахуй форевер. Да мордишься, ты понимаешь? Вы все за лицензии пришли, блядь. Здравствуйте, извиняюсь, у нас повторная жалоба. Тоже у кого-то в углу жало. Нихуя, блядь, это что, это охуенно? Нет, 700 человек, здорово. Плиз, нажми колесико, мыши, третье лицо, сделаешь так же обратно. Блядь, я не слышу, что вы говорите! Точка, братан. Что это, блядь, было? Нет, я пойду, я узнаю, что это было. А, вот оно что! Они наконец-таки сделали это! Они наконец-таки сделали стену, блядь! Все, да, данный человек был наказан. Сейчас встречаемся изначально с жалобой, да, суша ваша жалоба. Наказан, я не пойму, что происходит. На школу РП тут все... Сука, кого ты затыкаешь, блядь? Кого ты затыкаешь? Все, извиняюсь, можно корректнее общаться? Я извиняюсь, можно корректнее общаться? Да, успокойтесь, иначе вы сейчас будете откинуты. Года, я слышу, какая на него поступила жалоба от тебя. Что именно? Слышу? Он не может говорить, значит он не может получать и проводить жалобу. Года, я слушаю вас.
Иначе я буду вынужден закрыть вашу жалобу. Расскажите о ней. Значит, смотрите. Куда? Не делайте это дело, сейчас попрошу. Он не может, если говорить, то значит жалоба будет закрыта, вы же сами сказали. Я слушаю, вы можете объяснить, когда вас шокерят, вы также имеете право говорить. Можете говорить. Блять, ладно, он в текстовый перешел. Меня слышно? Да, да, тебя слышно. Смотрите, получается на... А чё? С тобой я долблю. Да, говорите, данного человека я заморозил. Нихуя, блядь, это что, это охуенно? Мне это неприятно. Я просто в шоке. Ты понимаешь, тебя так можно быть таким ноунейм ботина? Тебе так говорят. Ну и чё, как оно? Фу! Админ, иди нахуй! Что это за хуйня? Рука дрогнула просто, блядь. Да, вот теперь можно нормально прощаться. Опять-таки, жалоба... Меня тебя... перебью сейчас тебя. Перебью, извини, стой. Смотри, вот ты сейчас стоишь и хочешь меня обвинять. Ты, конечно же, рассказывай свою версию, но не забывай, что у меня в руках шокер и у меня тремор рук. То есть я не контролирую немного. Полиция может отстоять, если вы не дома. Он еще с мэром базарит. Можете, пожалуйста, пройти домой. Ну, у меня же хорошая тактика. Если человек не может рассказать, что у него на душе администратору, когда он затазерен, то жалобу можно закрывать. Все правильно, все нормально. В принципе, да, буду, походу, этим пользоваться тоже, но все равно надо бы как-то выслушать человека. Не, ну если хорошо, другие ребята вам будут так делать, кто-то со стрима решит так повторять ради фана, то может там запомнить. Я в розыске за сбил бабку. Пушки за фридомани. Вот что вы скажете, наверное? Голос, да, Артур, тебя привыкать. Чего-чего, повтори, не расслышал. Не-не-не, войс, повтори. Тебе же было нормально слышно. Ну, давай. Да, рассказывайте, идете вы, что там, упали, споткнулись, очнулись, гипс, дальше. А, в общем, я иду, вот, да. И куда идешь? Давай, дальше рассказывай. Извиняюсь, но вы опять будете вынуждены так постоять, пока не на жалобе. Рассказывай, я же тебя слушаю, все, не надо. Судя по этим жалобам, меня считают главным злодеем и врагом всего мира. То я бабку какую-то сбил, то за меня кто-то споткнулся, кого-то я дебилом, чмом назвал. Я реально какой-то... Ну, на донате трек, это типичная вечеринка с бассейном, пошлая моль. Ох, бля. Ты плохой, если какашка, я тебя в какашке беру в шапке, которую убал. Блять, надо отбиваться. Меня зовут, ты можешь перебивать. До свидания. Блять, это капкан! Это капкан, блять! Отойдите от полицейского. Берем хиты, блядь! Блять! Пиздец! Да нет, что такое? Бегим, блядь! Меня вытащили. Блядь, поймали на ошибке, нахуй. Тут должен ведь кто-то сидеть. Ой, блядь! Да ну вас нахуй. Скрываемся с горизонта. Быстро. Помогите! Помогите в подземке! Никто не поможет. План отхода. Ура, я сбежал, меня не нашли. У него жалоба, правильно? Ага. Ну смотри, переходим к твоей жалобе. К твоей жалобе переходим, что у тебя за претензия? Хватит зрителей игнорить, но я сижу, игра, как я могу на той, на другой сразу отвлекаться? Нет, это не был фритайзер. Меня хотели убить. Я не взял взятки от мафии, и меня хотели убить, за мной охотился весь город. Джон Уик смотрел, когда за ним все киллеры мира охотились? Джон Уика смотрел, сука, или нет? Я смотрел Джон Уика, что ты, ну ты смотри. Я смотрел, а ты смотрел Джона Уика? За ним тоже охотились. Сука, я говорил, за мной охотятся, блядь. Сука, я говорил или нет? Нихуя, блядь, это что, это охуенно или хуёво, блядь? Я говорил, что за мной, блядь, охотятся, а ты мне не верил. Зачем ты меня зафризил, сука? Я и так стою, огребаю по КД. Да так безопасней. Лишь какая демка другое говорит? Это ты же не знаешь всей ситуации. Ты видел только тот отрывок, когда затазерил бомжа.
А так, ну так, бань всех, все стадо, которое к нему лезет. Окей, ладно. Ну, ты смотрел, получается, только тот отрывок видел, когда... Ну, ты не смотрел всю ситуацию от и до. Я бежал от всех убийц города. За мной охотилось буквально человек 30-40. Да, так что это тебя... Ты, окей, там видел, у тебя нарушений особых нету. Как можешь засчитать как самооборону? Нелегальное оружие. У тебя нормально все? То есть у тебя как самооборона? У меня самооборона включается, как только я захожу на сервер. Как он, блядь, сюда попал? Передай привет в жопе хуй. За геноцидник, из-за тебя люди умирают. Только из-за тебя. Что ты натворил, блядь? Что Да иди нахуй, хватит меня обвинять, блядь. Хоть бы кто-нибудь меня зашел, блядь, и защитил, выгородил. Передай мне оружие, которое перевозил в Израиль. Сука, осуждаю, чего вы меня во всем обвиняете? Сука, я теперь не зайду. Я просто хотел... Да я хотел, сука, с мэром поздороваться, что вы делаете, блядь? Да за что, блядь, я так стою просто. Дайте с мэром поздороваться, бляди. Откройте мне двери, блядь. Лечи меня, лечи, блядь. Ебать, это Бейзварс, реально. Блядь, еще и менты за мной, сука. Я захватываю этот дом. Вообще-то иди. Хорошо. Последняя просьба. Это ты, жидкий, сука, подал на меня жалобу. Уже нет. Да, я пожалуйста, туда. Да, я слушаю, жалоба у вас корректная, я так понимаю, или нет? Ну, он решал пройти как... Лес, сука, жидкий, чё ты чешешь? Бог, вот человек думает, поверь себе. Связали, блядь. Это БДСМ-тусовка или что, блядь? Что тут связанный тип делает? Концерт Газманова на Украине! Да я понимаю, вам тогда я поздра. Блядь, меня связали! Иди нахуй! Иди нахуй! Через минуту 10. Оп-о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 п! Чел, здорово! Мужики! Я застрял, блядь! Мер! Мер, блядь! Не надо было... Пробивай! Дима, пойдешь на другие сервера? Да, думаю, скоро ливать с этого. Поза Иисус Христос. Нет, не надо. Я его толкну, нахуй. Кого ты толкнешь, сука? Я тебе сейчас перечислю 100 хуев за щеку, хочешь? Адрес говори. Вот я перечислил, пока им. Да, я так понимаю, все-таки мой рейтинг будет в ноль, я так понимаю, с вашими жалобами, потому что они ставят один, там, два, бывает. Пиздец. Мне жаль. А с одной стороны, в принципе, мне пофигу, да? С одной стороны, мне пофигу. Ну, бывает. Нахуя вы им рейтинг убиваете? Вы же сами жалобы по долбоебским причинам кидаете. Все, пизда, его заметили, блядь. Есть очень большая жалоба масштабных разрывов. Ну, жалоба в том, что тут кто-то текст ставит, не всякий. Даже не знаю, кто же. Да, да, да. Да и. За примите мою жалобу. Зато больше текстов не будет. Спокойнее, спокойнее, спокойнее. Стой, гражданин, стойте. А, переулок Юнатов... Пошел нахуй со своим переулком, я в админзоне. Выздоравливай. Открой двери. Спасибо. Чё, блин? Что надо? Что на... Что тебе надо? Пожалуйста, успокойся, молодые. А что вам надо? Что тебе надо? Зачем ты сюда пришел? Чё? Захотел. Привет, я значит, спасибо тоже захотел, все. Ой, бля. Эй, синенький, поговори, с мэром, Ебанутый, что ты орешь, свинота ебаная, нахуй ты орешь? Ты сейчас лицо сломаю, долбай, ебаный. Орангутанка, нахуй, ебаный.
Не молчи, синий, не молчи, не держи в себе! Блять, Даша, ты уебал, не того, блять, долбоёб! Не того уебал! Синий, давай! Я в тебя верю, синий, блять! Синий, синий, сюда, блять! У меня читы, 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 держи, синий, блять! Блять, ничего, синий вытащил эту складку. Он 1-2 чела с собой забрал еще на тот свет. Все окей. Против лома нет приема, блять. Синий, синий машина, он, ну, это вот, ну, это зверь. Это самый настоящий зверь. Он не держит в себе свои эмоции, он сразу кричит. Да я в курсе, что мне звонят, блять. Алло. Алло. Здравствуйте. Человек яйца. Человек яйца. Человек яйца. Человек яйца. Добрый день. А, я понял. Какую нахуй бабушку съел, долбоёб, нахуй ты жал? Подай тебя выеб, может в очко, блять. Я понял. Ты знаешь, сколько жалоб за таких, как ты, висит на теле? Ты знаешь, сколько, блядь, жалоб? У меня нахуй 20 жалоб, блядь, в чате по причине, блядь. Артур сбил бабку, ты долбоёб, нахуй, что ты сделал, блядь? Ты нахуй, зона, я тебе запрещаю подавать жалобы. Сука. Слышь, ты жалобу тоже похуй не подал. Пай не пиздец. Где команда поддержки на саппорте, блядь? Что ты делаешь, животное, нахуй ты по мне стреляешь? Чтобы вот так просто сделать, блядь? Иди нахуй. Можно. Деньги, деньги, деньги. Так, блядь, что у тебя? Это сам губка. Адвокат. Какой ты нахуй адвокат? Нахуй ты нужен? Адвокат обычный, обычный адвокат. И свой, что ли, адвокат? Нет, я адвокат Артура. Лично. Совет даю. Не принимайте жалобы, не принимайте жалобы, ты все. Да нам палы, нам палы крутят. О, да, деньги, деньги, деньги. Блять! Да ёпта. Ты чё? Стоять, нахуй. Прям в жопу, нахуй. Пенетрейт булет, блять. Здравствуйте. А почему такой комментатор, блядь? Я могу женщиком стать, чем... Ну, раз, лицом к стене 2, лицом к стене 3. Только на пол, давай. Нахуй пошли, все трое. Ну, еблан, блядь. Я тебе ебало раскрошу, блядина! Блин, как ты со мной где-то? Почему не ходит? Я убегаю. Меня не убили на ограблении, блядь! Нихуя себе! Говорят, что он сейчас ему лицо сломает. Все, если не демонстрация к камеру, могу предоставить. А что за демка, извиняюсь? Не, бабку он не сбил. На это тоже есть демка. Тебе ник сбил бабку. Может быть нормальная жалоба. Подожди. Так, в смысле? Его был нормальный. Ну, смотри. Ну, получается, пошли посмотрим. Группа поддержки, открыть огонь. Я как принцесса из Диснея, вы должны сразу слушать, блядь! Не, нахуй, согласен. Рейв. Мне больно, ребята. Мне очень больно. Мне страшно в дискорд ходить, ребята. Мне очень страшно. Так, давай добавляй, идем посмотрим. Сделайте защиту, пожалуйста, тут лучше. Рейв. Такой вопрос. Такой у тебя вопрос этот, как бы мне надо по всех этим банам, кто стоит, тут смотрит на жалобу. А ну, с администратором позвали, и вопрос. В чем вообще суть жалобы? Я сделал, я переделал эту песню с айфона. Алло. Почему моя тут
тебя спиздил. Да, ну в общем, смотри, причина Норвегии, то, что ты нам сказал, ну, не особо, и то, что ты жалуешься, то, на что ты жалуешься, это некорректная причина, я ему не могу за это добавить. Почему некорректная? Ну так там же все видно было. Что видно? Хорошо, а ты чё, демку ему показал? Ты смотрел демку ещё? Ну так, да, а зачем ты сбегал? Тебе чё, совсем делать нехуй? Ты демку ему, бля, показал, ты просто капитальный красавчик, нахуй. Ребят, пока мы стояли, они демку смотрели, блядь. Он подал жалобу на меня по дебильной причине, ещё умудрился ему демку показать. Это что, это охуенно или хуёво? Блять. Пусть месяц на тебя живые, я тебя забираю. Нет, я еще не спрыгнул с это с крыши, подожди. Сегодня на бебре школьник. Не забирай меня, подожди, пока что не забирай, не забирай. Нет, не лечи, не лечи, не лечи, не лечи, не лечи, не надо, не надо, не надо. Подпишитесь на канал Тимошки-перепушки. Здравствуйте. За что человека убили? Кого кто убил? Он говорит, что ты его убил. Значит, были на то причины. Какие? В смысле, ну я что, помню, что ли, кого я за что убивал? А. Ситуацию мне напомни. Ну, так и кто кого убил-то? Секундочку. Когда? Получается. Ну да, я ее завалил. Кинзо. Да, я ее завалил, могу еще раз. Нихуя, блядь, это что, это охуенно или хуево, блядь? За что ты убил женскую писю? Да я что помню, может, деньги не дала, ну хуй его знает. Ну ты что думаешь, первый раз, когда я убиваю? Ничего не поймал. Кинзо. Нет, она была не родная, ты был приемный, тебе просто не рассказывали. А, я знаю, кто может нам помочь разобраться в этой ситуации. Так, ребят, нам нужен ник Ебаклык. Ебаклык. Сейчас я Ника посмотрю человека. А он был свидетелем этой ситуации, он сможет объяснить все, как было в точности. У него демка есть. А че их так много? Не, ты не тех тэпнул. Ты не того тэпнул, ебаклыка. Зачем ты всех тэпаешь? Мне нужен один был. Не, убирай, нам нужен один ебаклык, другой. Подожди, подожди, ебаклык. Слушай. Да зачем их всех тэпнули? Мне нужен один человек, ты даже не понял, про кого я говорю. Мне нужен ебаклык. Так, ебаклык настоящий у нас был. Ебаклык, блядь, полтаба ебаклыков. Сука. Чё там себе надо, слышишь? Пиздец просто. Нагиев, ебаклык, ля Педро, тетя шлюха. Убирайте их всех, они мешают разборкам. Они специально правила для тебя добавили. Правила. Правила, посмотри, 1.15. C-меню, правила сервера, 1.15. И посмотри нижний пункт примечания, оцени. Думаю, тебе понравится. А чё там, подождите? Вообще, это пример. 1.15. Так, запрещено копировать, ставить похожие имена других игроков, придумайте себе RP-имя, отключающее. Итак, господа, меняйте ники. Пример. Бля, пиздец, я сейчас покажу. А чё, я что, виноват что ли? Они сами с такими именами родились. Да у меня спермы столько не хватит, столько детей сделать с такими именами. Нормально. А тогда был этот Гантели. Тогда был Гантели, правильно? Ребят, да, а я тут при чем? Ну, прошлая ситуация была с Гантелем, тогда была потасовка в спортмастере, и как бы потом решилось все. Артур, беги нахуй, щелка ебану! Мы знаем, что ты китай! Осуждаю, старая пизда! Ебать, им всем выписывают по 45 минут, пиздец! Хороший ебаклык! У меня вопрос, за что хорошего ебаклыка-то забанили? Он же хороший был. Правило 1.15, запрещено копировать чужие. О, так ты девушка, познакомимся. Да, я немного пониже, ты великанша для меня, но я думаю, я справлюсь. Ладно, значит, можете, пожалуйста, объяснить ситуацию сначала? Да, ситуация вы... такая, я уже весь горю. Где ты живешь? Блять. Сука. Верните меня к девочке, подождите. К девочке верните. О, девочка, ты здесь. Меня слышно, нет? У меня сейчас в голове только ее голос. А, все, слышно. У меня в голове только ее голос, извини. Да. Смотри, у нас сейчас 20 жалоб висит. Да.
На ебаклыка? Да, не только на ебаклыка. Но я, как обычно, во всех бедах мира обвиняюсь, правильно? А на то, что я распространил коронавирус, не было жалоб, надеюсь? Мне пока... не... Солнце, давай за мной! Давай за мной, прыгай, мы сбежим от них, нахуй! Бежим, бегом! Бежим, солнце, давай, побежали! Все. Нахуй! Бежим! Бежим в лес! Бежим в лес! Я знаю, где нужно укрыться. Все, пошли. Чё, ебанутые, что ли? Чё ты меня бьёшь? Мне нужна дубинка. Давай, закинь меня туда. Меня бросила девушка. Меня бросила девушка. Сука, я не научился пользоваться этой хуйней. Мне нужна высокая крыша. Меня бросила ваша администраторша. Как только у меня появились проблемы, сейчас я буду гонять, она за меня будет беспокоиться. Я на скоростях буду. Не ревнуйте! Охуенно! Сейчас будешь выебываться, я тебя в кальянную не повезу, ясно тебе? Кто там в юбке на крыше засел? А, во-во, нам на мостик надо, нам надо на мостик. Здравствуйте, на вас жалоба. А, так то есть ты увидела, что у меня появилась машина, и ты решила ко мне вернуться? Серьезно? Нет, на вас жалоба, он-то... То есть ты сама вышла со мной на контакт, да, малая? То есть ты хочешь мне подарить крыску в знак примирения? Да, пешеходит. Зачем вы сбили бабку на переходе? Я это сделал ради тебя, ради любви. Все плохое возвращается. Все, поехали в тусить. А, я понял, что нужно. Вот так ей надо, она меня бросила. Я успел на этом серваке за считанные, ну не знаю, может быть полчаса. Я успел найти свою любовь, успел с ней расстаться, успел отдохнуть после расставания, поотвисать на спортивной площадке, пережить зомби-апокалипсис. Но это вообще будни каждого школьника в России на самом деле. Теперь я буду пить вино, ебать людей, ходить в кино, по ресторанам пить и есть, и отнимать у девок честь. Но если я тебя увижу вновь, я сшибу тебе ебало в кровь, чтоб не ебало ты мозги нам. What's up, man?